Всем привет из солнечного Краснодара. Я думаю, что сейчас как раз та пора, когда у всех орхидейки выпускают цветоносы, и, конечно же, это не может не радовать. Итак, на этой полочке у меня собирается цвести вот эта орхидейка. Она обычная гибридная. Мне ее подарили уже давным-давно. Она цветет красивыми вишневыми цветочками. Не знаю, насколько хорошо видно цветоносик. Прежде всего, способствует зацветанию в моих условиях, когда включают отопление, это середина октября, где-то, ну, даже конец октября. Способствует то, что я их немножечко, чуть больше просушку даю этим орхидеям. Способствующий фактор – это то, если эта орхидея уже готова к цветению, то есть у нее есть достаточное количество корней, у нее сохранен тургор листиков, она не маленькая. В этом случае орхидейка с удовольствием откликается и выпускает цветоносы. Вот она, моя Филадельфия, тоже выпустила цветоносик. Хотя при этом имеет всего лишь два листика. Вы видите, очень красивые. Что касается малышни вот этой всей, то она цвести не собирается, пока что не время ей, скажем так. И на заднем плане две котлеи, которые я вам показывала, они пока надувают бульбы. Я не знаю, честно говоря, это первые мои орхидеи, посмотрим, зацветут или нет. И далее вам покажу вот такой цветоносик у Согови Вьенсога. Вот он в промежуточке виднеется, растет потихонечку. Тургор листиков полностью установлен у орхидеи. И мой любимец Шиллер тоже выдал цветонос. Сейчас вам поближе покажу. Вот он, цветоносик у Шиллера. Двигаемся дальше. Пока две не цветут. И на заднем плане Бравер Сара Голд. Она в этом году, видимо, решила, скажем так, отчитаться за прошлый нецветущий год и выдала два цветоноса. Вы их можете видеть, вот они. Я сначала увидела один, а потом спустя где-то дня два второй, и была очень рада, поскольку я еще не видела цветение этой орхидейки, и думаю, что он обещает быть красивым, таким немного цветы у нее с оранжевым подтоном, должны быть очень красивые. Что касается обычных магазинных гибридов, то они также собираются цвести. Вот это похоже на Манхэттен, выпустила цветонос, но его не очень хорошо сейчас еще видно. Не знаю, насколько тут будет видно его. Вот он в пазухе здесь. Видите? Ну, совершенно еще маленький, только-только показался. Далее хочется показать другую орхидейку магазинную. Она у меня еще ни разу не цвела. Такого чахлого состояния, было очень мало корней, листиков, в общем, отрастила, нарастила и наконец-таки собралась цвести. Не прошло и 3 года, скажем так. Вот он красивый, тоже бордовый. Какие-то будут цветы с розовым батоном, потому что сами листики с обратной стороны такой имеют бордовый немножечко отлив. Видимо, будет какая-то такая розовых тонов орхидея. Из тех орхидей, что в стекле, собираются расти вот эта белая с розовой серединой. Не знаю, получится ли сейчас туда подобраться, показать вам цветонос. Но поверьте, что он есть. На этой пока не обнаружила. И наверху тоже располагается какая-то часть орхидеек. Это пока что после пересадочки у меня. В общем-то, не закрепилась еще даже в этом субстрате новыми корешками, поэтому не цветет. Фаленопсис Леодора цветет по большей части весной. Ну, все же 2 раза он у меня цвел только весной. Поэтому на зимнее цветение я даже и не рассчитываю. Ну и новых цветоносов, собственно, тоже не вижу. И моя любимица, просто чаровашка. Помните, желтая ароматная орхидейка? Такая трудяшка. Вот с самого первого дня, как попала ко мне домой, сразу стала наращивать и корни, и листья. В общем-то, уже такая большая, крупная лошадушка. И что я вам хочу показать. Она самая первая выпустила цветонос. Просто такой замечательный, красивенький. Просто чудо, смотрите, какой на солнышке.
замечательный. Но она этим не стала, только, только этим радовать. И продолжила, видите, доращивает цветоносик. Ну, не прелести. Кстати, вот к той орхидеи я еще не залазила. Они стоят наверху, поэтому смотреть их так приходится раз от раза, не очень часто. Вот у нее как раз сейчас желтеет листик. Вы видите, что я его не снимаю. Как полностью засохнет, сам отвалится, я его уберу. И на заднем плане есть еще одна орхидея, которую не так давно пересаживала. Но она, насколько я знаю, пока что поскидывала листики нижние. И цветоносов тоже еще не выдавала. Ну и это все мои орхидеи. Прошлась немножко по каждой из них, особенно те, кто зацвели. Буду ждать цветения, обязательно выложу общую полянку, потому что они должны примерно в одно время зацвести. Я думаю, что будет интересно посмотреть, а главное, это будет доставлять эстетическое удовольствие не только мне, но и вам. Ну и все, всех благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. Пока-пока!